меня тесть любит выпить, как верблюд перед походом. У нас в райцентре только один мужик может выпить больше. А что, заметно, что я сразу? Я. Но у меня, кроме тести, еще теща есть. В тюрьму где сесть. Собралась как-то теща в гости к сестре в Братск. Или к брату в Сестринск. Сейчас уже не помню. Ну, не важно. Важно тоже на 3 дня, а 3 дня без тещи – это ж вечность. У нас к этому делу уже приготовлено было и в бурьяне стояло. 10 литров самогона. Ну, что всем хватило. Нас же двое. Ну, стоит теща, губы красит, брови рисует на лбу. И в нашу сторону реплики отпускает. Смотрите, дебилы так просто, ну так. Узнаю, что вы тут пьянство, или считайте себя без вести пропавшими. Обои в красную книгу занесу. Говорим, да, мам, ну что... Тесть в тот день даже стрелки на часах хотел перевести, чтобы ее быстрее в гости сбавить. Ну, свершилось только на закалитку, мы сразу в бурьян, наливаем с бутыля в графин, с графином к столу, что под грушей стоит, витамин С, яйце, сальце, мясце. Итак, штук по 5 рюмашек, чтоб хорошо стало, зацепило. Радуемся там. Песни разные танцуем. Вдруг теща возвращается. Обуться забыла. Тесть бедолага к ней спиной танцевал. Поэтому был нокаутирован в затылок. Я, слава богу, чуть подальше, на расстоянии плевка. Она на меня глянула, как Кинг-Конг на молекулу, и хватит за горло. И не меня, графин. И как фашист гранату кидает его четко в бурьян. Там, что в десятку попала, зараза. И звук такой протянувший, дзинь. Тесть, когда его услышал, сел в траву, начал портянки перематывать. Столько адреналина. Я стою неподалеку, делаю вид, что ничего не случилось. Водосточную трубу мну и любимую тещу взглядом провожаю. Тесть первым в себя пришел, говорит, давай лопаты. Накопали мы этой земли самогоном пропитанные 6 ведер. Взяли у соседей самогонный аппарат, новый, еще с ценником, поставили его на плиту, закидали туда этой земли, разбавили водичкой, включили все конфорки. Тесть под змеевик лег. Я раньше не знал, что человек может столько находиться с открытым ртом. Но минут через 40 этой гонки из бака потекло горючее. Я когда это увидел, я впервые в жизни назвал тестя папой. Я говорю, папа, хватит бухать. Давайте канистрочку наполним. Я ее в сторону, канистру подстрою. Ну вот она победа, вот он, зеленый змей в жидком виде. Опять танцы до упаду, тесть давал ламбаду. Вывих бедра получил. Смотрим, стоит в дверях участковый, лыбу тянет. Он говорит, скажите, а как у вас этот танец называется? Ча-ча-ча или ча-ча? И смеется неподкупным смехом. Я ему говорю, а знаешь ли ты, участковый, что мы из земли спирт гоним? Он говорит, ну да, скажи еще, что из навоза. Ну и поспорили мы с ним на сникерс, что гоним из земли. Он, когда понял, что проспорил, домой улетел, как Бэтмен. Через полчаса вспаханности его огорода позавидовал бы любой комбайнер. 2 раза консультироваться приходил. Скажите, а навоза сколько класть? Лопату? А коренья в земле какие должны быть? Ну, как какие? Дурман.
Ну, ближе к рассвету ее таки увезли в дурдом. Конечно, мы его в беде не бросили. Тесть с врачами поговорил и того отпустили. Через полгода. Сейчас он уже вышел на пенсию, но тяга к земле у него не прошла. По-прежнему днем и ночью копается на своем приусадебном участке. Поэтому в народе его по-прежнему так и называют. Правильно. Участковый. Спасибо.